Но вначале все строения компании «Технопарк» на станции 6 демонтируют до конца марта. Об этом сообщил зам председателя регионального правительства Евгений Евтушенко. Сейчас на месте идет рекультивация, в ходе которой уже убрано 685 бетонных плит, демонтированы 295 столбов. Проведено совещание с компанией «Технопарк», которая является основным подрядчиком по рекультивации участка на Шейсе. Обсуждали вопрос с точки зрения незаконных строений, которые есть по периметру лагеря, но, соответственно, есть решение суда о том, что часть строений, которые находятся на территории рекультивированного участка технопарка, это тоже незаконное строение. Поэтому было указано, что необходимо эти строения убрать. И получили подтверждение от технопарка о том, что до конца марта эти все строения, которые находятся на рекультивированном участке, будут убраны. Напомним, что ранее глава региона Александр Цыбульский поручил установить на Шейсе еще одну камеру видеонаблюдения для общественного наблюдения за ходом рекультивации. Кроме того, в июне прошлого года строительство полигона было исключено из списка приоритетных инвестпроектов Архангельской области.